Здравствуйте! Это программа «Матрица русского языка» и я, ее ведущий Андрей Григорьев. Мы находимся в Центре славянской письменности слова на ВДНХ. Сегодня я предлагаю отправиться в Петровскую эпоху, в эпоху грандиозных перемен, в эпоху, по выражению Константина Леонтьева, «цветущей сложности». В начале 18 века Россия гением Петра одержала победу в Северной войне, осуществила мощный экономический рывок. Реформы, проводимые в стране, вывели ее из состояния изоляционизма. Страна нацелена на то, чтобы стать, выражаясь современным языком, одной из европейских супердержав. Символом новой России становится любимое детище Петра – Санкт-Петербург, который царь с умилением называл на западный манер «парадизом». В это время культурная и общественная жизнь – закономерно усложнилось. И здесь словарь церковнославянского языка, который долгое время противился влиянию живой народной стихии, оказывается явно недостаточным для ее отражения, а грамматика слишком сложной. Предпринимаются попытки создания простого варианта церковнославянского языка. В нем устраняется сложный синтаксис, инфинитивные обороты, приближаются к русской, система склонения, элементы форм, времен, устраняется редкая архаическая лексика. В текстах, написанных на церковнославянском языке, начинают употребляться просторечные заимствованные слова типа «харя», «виктория», «флот», «фрегаты», «амуниция», что не всегда выглядело стилистически уместным. Например, «о горе абе декрет он и изречется неключимому рабу» или «нейтралитета наш Христос не любил». Именно поэтому с начала XVIII века начинает складываться новый культурный язык на русской национальной основе. Активно помогает этому и сам царь Петр, который всегда рекомендует своим переводчикам ориентироваться на простой русский язык. Петр писал: «Токмо не извольте высоких слов славянских класть, но паче простым русским языком». Или «того ради подлежит и вам в той книжке, которую ныне переводите, остереться в том, дабы внятнее перевесть, особенно те места, которые учат, как делать». Простой язык подразумевал устранение языковых элементов, которые осознаются как специфически книжные и притом устарелые. Однако это не значит, что Петр имел в виду ориентацию на приказной язык, то есть старорусский, литературный, на котором создавались деловые документы. Приказной язык был достаточно бедным и однотонным по содержанию. Речь не идет о замене одного языка другим, а о реализации идеи большей внятности, вразумительности, когда упрощаются сложная грамматика и малопонятные архаичные славянизмы заменяются русскими эквивалентами. В этом же ключе проводится реформа азбуки, введение так называемой амстердамской азбуки, когда начертания букв были приближены к европейским. Позднее эту амстердамскую азбуку, поскольку литеры были отлиты в Амстердаме, назовут гражданицей. Цель – внятность и ясность прочтения научно-технической литературы. Старая кириллическая азбука остается, но только для печатания церковных книг. Лексическая бедность живого русского приказного языка должна была компенсироваться притоком новой лексики. Эта лексика преимущественно оказалась заимствованной. Еще с 17 века в русский язык входят слова из европейских и восточных языков, такие как декрет, агент, канцелярия, конституция, манифест, парламент, генерал, капитан, капрал, майор, шпага, парча, карета, чай. Однако в 18 столетии этот процесс активизируется, становятся более интенсивными контакты русских с народом Европы, перенимаются наименования технических новшеств и научных терминов. Так, логарифмические таблицы повсеместно использовались для научных и инженерных расчетов более 3 века, пока не появились электронные калькуляторы и компьютеры. А сам термин «логарифм» был искусственно создан в 1614 году шотландским математиком Джоном Неппером. Он восходит к новолатинскому «логаритмус», слово, искусственно созданное из греческих слов «логос» и «аритмос», то есть первоначально означало относительное число. Английский математик Генри Брикс развивает идеи Неппера и создает логарифмические таблицы, которые становятся очень популярными. Это было до 30-х годов 17 века. Но не прошло и 100 лет, как уже эти слова прочно усвоены русским языком. В 1703 году математический термин «логарифм» входит в русский язык сразу в 3 вариантах: логарифм, логарифма и логаритмус.
В XVIII веке в обиходе и другие термины, поскольку осваиваются такие теории, как гелиоцентрическая теория Коперника, дифференциальное и интегральное исчисление Лейбница, геометрия Евклида, космогония Декарта, законы Ньютона, что повлекло за собой пополнение терминологического аппарата различных наук. В русский язык приходят слова аксиома, гипотеза, теория, модификации, геометрия, квадрат, куб, конус, параллелепипед, параллелограмм, ромб, трапециум, цилиндр, диагональ, катет, горизонт, зенит, экватор, хирург, микстура, шприц, артерия и так далее. В связи с перестройкой вооруженных сил на европейский лад и учреждением русского флота активно заимствуется лексика, в основном с голландского и английского языков, относящаяся к морскому делу. Это каравелла, флотилия, фрегат, шлюпка, шхуна, каюта, кубрик, трюм, лоцман, матрос, мичман, адмирал, юнга, шкипер, шквал, шторм, штиль. В этот период в большом количестве заимствуются слова и относящиеся в целом к военному делу: армия, батальон, батарея, редут, форпост, цитадель, гаубица, штык, шпага, мундир, адъютант, ефрейтор, фельдфебель, интендант, шпион и другие. Развитие торговых и финансовых отношений способствовало появлению целого ряда слов-терминов из этой сферы: акция, капитал, коммерция, вексель, кредит, субсидия, тариф, банкир и все подобные слова, которые мы продолжаем употреблять и сейчас. Изменения в придворном и домашнем быту вызвали такие заимствования, как ассамблея, бал, маскарад, лотерея, гувернер, минуэт, валторна, арфа, макароны, торт, бисквит, желе, котлеты, артишоки, анчоусы, миноги и даже устерсы. Указом от 28 апреля 1705 года Петр повелел носить саксонское, немецкое или французское платье и грозил жестким наказанием тем, кто будет продолжать носить платье русское. Кафтаны, тулупы, штаны, сапоги. Закономерно, что в русском языке появились новые слова: камзол, сюртук, картуз, штиблеты, манжеты, фалды и другие. Новой заимствованной лексики оказалось так много, и она была так плохо освоена, что в текстах многие слова сопровождались для вразумительности русскими эквивалентами. Например, аркебузирован – расстрелян, порт – пристанище, фортеца – крепость, курьезный – любопытный, патриот – отечество – сын, амбиция – честолюбие, министр – боярин. В этот период ярко проявились две причины заимствования. Объективная, когда слово необходимо, потому что нет другого обозначения определенного явления. И субъективная. Слово хочется использовать, потому что оно новое, красивое, иноязычное, а значит престижное. Сложилась мода употреблять в русской речи побольше иностранных слов. Часто на словах так демонстрировали свою поддержку реформ, свой разрыв с русской культурой и русским языком. Так князь Куракин обильно насыщает свои письма заимствованиями. И тогда она, царевна Софья Алексеевна, по своей особой инклинации и амуру, хотя вполне можно было бы сказать по своей склонности и любви. Вообще говоря, в слове «склонность» тот же самый исторический корень, что и в слове «инклинация», но иностранное слово звучит для автора престижнее. Итак, царевна по своей особой инклинации и амуру князя Василия Васильевича Голицына назначила дворовым воеводою в войске командовать и учинила его первым министром и судьей посольского приказу, который вошел в ту милость через амурные интриги. Или «И так был иннамурато, что не мог ни часу без нея быть, и расстался с великою плачью и печалью, аж до сих пор из сердца моего тот амур выйти не может, и чаю не выйдет. И взял на меморию ее персону, и обещал к ней опять возвратиться». Дошло до того, что сам Петр I, который начинал все эти реформы, вынужден выговаривать своему послу Рудаковскому: «В реляциях твоих употребляешь ты зело многие польские и другие иностранные слова и термины, за которыми самого дела выразумить невозможно. Того ради впредь тебе реляции твои к нам писать всероссийским языком, не употребляя иностранных слов и терминов». Ярким примером языка петровского времени служат тексты первой русской газеты «Ведомости». Показательно, что газета первоначально печаталась церковной кириллицей, а с 1710 года – гражданским шрифтом. Правда, параллельно она могла выходить и церковным шрифтом, и гражданицей.
возникли новые жанры письменности, корреспонденции, заметки и статьи. Вот репортаж о праздничном гулянии в день именин Петра I. «По сих гульба в Ветрограде царском, и где же вся чувства насладилися, зрение, видящее неизреченную красоту различных древес, в линию перспектив расположенных и фонтанами украшенных, тут же и речная устремление, веселящее, и град, и огород царский, ухание от благовонных цветов, имуще свою сладость, слышание от мусикийских и трубных и пушечных гласов, вкушение от различного нещадного питья, осязание, приемлющее цветы к благоуханию, по западе солнца были преизрядные фейерверки, и огня в гору летущего, и по водам плавающего было изобильно». Как мы видим, язык репортаж, как и в целом язык той эпохи, представляет собой произвольный беспорядок, хаос. Здесь и русская разговорная лексика, гульба, огород, церковно-славянская и славянские грамматические формы, например, посих, вертоград, древеса, град, благовонный, видящий, веселящий. Новые заимствования, фонтан, фейерверки, перспектива, и при этом наблюдается разнобой в орфографии. Таким образом, мы видим, что двуязычие было окончательно разрушено. Необходима была новая стилистическая дифференциация, создание новых норм, более строгий отбор заимствованной лексики и вытеснение иностранных слов русскими эквивалентами, где это возможно. Постепенно этот процесс начинается. В начале XVIII века по русским словообразовательным моделям образовывались существительные с отвлеченным значением: порезание, дополнение, вежливость, осторожность, дурачество, разметка, рубка. Существительные со значением лица: нарушитель, оружейник, крещик, скупец, тупица. Прилагательные с суффиксами «ск» и «еск», изменнический, ученический и многие другие. В то же время продолжали существовать ряды синонимов, включавшие исконные и заимствованные слова, которые совершенно не различались по значению и употреблению: спутник, сопутник, сателлит, плоскость, поверхность, площадь, верховность, равность, равнина и так далее. Необходимо было создать новый литературный язык, который бы разделялся на стили и мог бы функционировать во всех сферах культуры. Грамматика этого языка должна быть русская, а словарь должен носить смешанный характер, включая исконно русские слова, понятные церковно-славянизмы и иноязычные заимствования. На этом я с вами прощаюсь, а в следующем выпуске «Матрицы русского языка» мы с вами узнаем, как создавалась первая русская грамматика и первый толковый словарь собственно русского языка, содержащий более 43 тысяч слов. До новых встреч в Центре славянской письменности слова на ВДНХ и на телеканале «Русский мир».